Биолог Елизавета Евгеньевна, как ушла на пенсию 10 лет назад, сразу занялась огородом. Теперь только с него и кормится. Каждый год снимает с грядок до 700 килограммов овощей и фруктов. Говорит, секрет такого урожая в хороших семенах. Самые плодовитые – гибриды F1. F1 является преимущественными семенами перед сортами, потому что у них более высокая урожайность и у них более высокая устойчивость к болезнетворным микроорганизмам и ко всевозможным болезням и климатическим условиям, то бишь к засухе или, наоборот, повышенной влажности. Но не стоит отказываться и от авторских сортов. У них самые сочные и крупные плоды. А вот дрожжированные семена на любителя. Запечатанные в специальную оболочку, они не всегда прорастают, поэтому требуют обязательной проверки на всхожесть. Их заливают водой и наблюдают. Распад оболочки должен произойти при заливке водой в течение 1-2 минут. Если это происходит, значит, у вас семена хорошие. Теперь о том, как сажать. Елизавете Тихоновой хватает своих знаний, чтобы при минимуме затрат получить максимум выгоды. Она берет пластиковую тару, прокалывает отверстие для воды. Делает дренаж из обычного песка, затем выкладывает почву. Кстати, немного песка стоит добавить и в грунт. Обильно поливает и, внимание, ставит на прогрев в микроволновку на 5 минут. Прогревание почвы мы делаем для того, чтобы уничтожить в ней болезнетворные организмы и всевозможные грибы, которые могут помешать прорастать семенам. Отмечаем границы и начинаем утапливать семечко на глубину 3 диаметров собственного размера. Покрываем тонким слоем грунта. Удобрение будет натуральное – зола. В ней есть все важные микроэлементы. Через неделю у вас должна быть примерно вот такая картина. У вас должны уже появиться петелечки. Если мы на такой площади посеем порядка 80 семян, 70 из них взойдут, из них получится растение, то с такой площади мы получим с вами порядка 200 килограмм томатов. Да, семена любят тепло. Температура воздуха в квартире должна быть 25 градусов. Можно постелить и вот такой специальный коврик. Все эти меры повысят всхожесть и увеличат шансы на богатый урожай. Марьяна Вахидова, Денис Пономарев, Первый канал.